Музей морского флота снова в ожидании улучшений. Спустя 16 лет после пожара в управлении по имущественным отношениям Одесского облсовета начали искать разработчика проекта реставрации здания, также известного как «Английский клуб». Торги по тендеру почти в 6,5 миллионов гривен должны состояться 26 ноября. Победитель должен сдать объект до 31 декабря следующего года. Подрядчик проведет предварительное инженерное обследование конструкции, а также фотофиксацию. Кроме того, он должен создать сметный расчет по выполнению научно-исследовательских, научно-изыскательных и научно-проектных работ и изготовить реставрационный план. Напомним, Одесский морской музей сильно пострадал от пожара в мае 2005 года. После этого памятнику архитектуры восстановили фасад и крышу, но внутри все осталось непригодным для полноценного функционирования.